Новости Богородского района. Богородская43.ру. На Троицкой церкви в селе Ашлань начался следующий этап восстановительных работ. Реставрируется колокольня. Внутри смонтированы лестницы. На самом верху рабочие восстановили кирпичную кладку и готовят площадку для установки креста, который был отправлен на реставрацию. Сайт Богородского района побывал на объекте, где мы сняли для вас несколько красивейших видов села. Дух захватывает от увиденного с высоты птичьего полета. Thank you.